Как-то мистер Вася вспомнил, как ему приснилось, что его съел котопёс. А это Витя, друг мистера Васи. И мистер Вася сказал своему другу, что он вспомнил, как ему приснилось, что его съел котопёс. «Да, надо что-то делать», — ответил Витя. И они решили сделать мультфильм «Смешарики. Азбука снов». Мультфильм готов. Это прекрасно, это прекрасно. Современное искусство анимации требует жертв.